Я все вот это хаваю, у меня выбора нет. Представляешь? Пицца Шивок, Ирина, здравствуйте. Да, Светлана, вечер вам добрый. Доставку оформить вообще возможность представляется такая сегодня? Город какой у вас? Москва. На данный номер телефона будете оформлять да, заказ? Да, да, да. Как вас зовут? Антон Павлович Фигалис. Достаточно имени. Контактный номер тот же оставляем? Я не, в смысле, фамилию не надо было называть. Достаточно имени. Имя понял. Антон, значит, указываем. Фамилия не нравится вам моя, да. Достаточно, ладненько. Да, контакт, у меня улица, энтузиазм. Но нам не нужны ваши паспортные данные, достаточно имени для оформления заказа. Я понимаю, а контактный Светлана. Номер тоже, с которого звоните. Да, Светлана, я человек взрослый, понимаете, поэтому я вам так и назвался. Я человек уже не молодой. Но вы же не знаете, сколько мне лет, правда же? Я чувствую по голосу. Вот, поэтому давайте мы с вами продолжим. А вы узнали о нашей компании? Интернет-листовки знакомы? А листовка в подъезде. Город Москва какой ближайший метро к адресу? У меня шоссе энтузиастов, знаете такое? Это Лефортово район. Улица. Улица. Шоссе энтузиастов Варзе. Это грузинская кухня где? Тут еще этот самый рядом. Мне нужен точный адрес доставки. 4-е строение, 33. Что такое 4-е строение? Это улица. Улица, моя. Название улицы какое? Я же вам объясняю, шоссе энтузиастов. Магазин ближайший тупик. Метро шоссе энтузиастов и улица шоссе энтузиастов? Да, да, это магазин тупик называется. Улица сама. Перевод. Я не знаю такого магазина. Улица какая? Шоссе энтузиастов? Да. Номер дома? 54-й. Корпус или строение есть у дома? Строение 2, да. Так. Минуту. 54, строение 2, да? Да, да, да. Антон Павлович Фикалис. Я прописан там. Что находится по данному адресу? Жилой дом находится. Подъезд какой? Второй. Этаж? 4-й этаж. Квартира? 54. Код или домофон? А, домофон работает, да, 54. Проверяем ваш адрес. Москва, метро, шоссе энтузиастов. Да. Адрес шоссе энтузиастов, дом 54, строение 2. Второй подъезд, 4-й этаж, квартира, домофон 54. Все верно? Так точно, так. Фикалис Антон Павлович именно. Там доставка по вашему адресу сейчас в течение 1 часа 15 минут. Вы будете ожидать? Да, да, да. Ничего страшного. Что нормально. Хотели бы заказать? Да ну, господи, бля. Значит, они же тебя как ребенка нашкодившего раскусывают. Мицерони. Ну ты хотя бы адрес пицца, предварительно найди в интернете. Хоть немного Мицерони на пробе своего червячка названия. В голове Дениса, бля. Ну эту, биберони. У нас нет пиццы Мицерони. Пепперони есть, самая большая 40 сантиметров. 40 сантиметров, да, вот ее на тонком тесте. Тесто да. Тонкое? Тонкое. Угу, добавила, что еще? Пицца Марберта. Такой нет, может быть Маргаритом? Не, вряд ли. Мольберта вот. Нет у нас, к сожалению. Жульетта. Жульетта есть, какой вот. Диаметр пиццы? Мне диаметр давайте 40 тоже, но только на стандартном тесте нормально. Жульетта на стандартном, хорошо. Что да. еще? Потом, значит, пицца мне еще надо летняя. Пицца, большая пицца летняя. Пицца на каком тесте? На тонком тесте, максимум тонком. Летнюю. Тесте. Летнюю на тонком, хорошо. Да. Кстати, на суши могу обсудить вопрос, точнее роллы. Ассорти роллов, порцию роллов, что хотели бы. Мне нужен суши-сэндвич с лососем, да. Минуту. Угу, добавила. Есть еще хота-роллы в масле, пенный. Пенчик. Я не понимаю, о чем вы говорите. Хота-ролл, у вас есть хота-ролл, я заказывал. Хота-ролл есть такой. С соусом пенчик. Этот самый острый, который... Пенчик нет, такого острого пенчика нет соуса. А, тогда будем тогда
Просто, а какой соус, если не пенчик? Что, обычный сладкий? Хот-ролл входит запеченная куриная грудка с паприкой, салат айсберг, сливочный сыр, рис, водоросли нори, соус цезарь, сыр пармезан и лук фри. Не, ну он острый, с пенчиком, а говорите, нету паприки. Он не острый, данный ролл не острый. А какой острый тогда? Вам с чем? С лососем, с креветкой, с угрём. Рыба, чтобы была рыба, лосось. Лосось запеченный есть ролл, там будет острый соус. А нахуй она нужна мне, блядь, хуйню заказываешь опять? Тихо, 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 я общаюсь. Да-да, извиняюсь. Так, запеченный, есть вот это Филадельфия? Может, вы там диалог продолжите, позже наберете, решите, что будете заказывать. Да, я прошу прощения, это сын у меня дурачок. Лосось запеченный идет с соусом хот острым. Его добавлять? Вот этот соус еще есть у вас или нету дополнительно? Отдельно есть соус. Я тебе сказал, хватит пиздеть, блядь, иди маму выеби, на голая лежит. Блядь, извините, пожалуйста. Филадельфия. Филадельфия. Что? Филадельфия. 12 штук. Есть Филадельфия. Минут, пожалуйста. Есть Филадельфия с трех сторон, есть кусочек лосось сверху. Чтоб она была именно сверху, по кругу, чтобы была она. Какая свинина? Вы же с лососем говорите. Не, я говорю, по кругу была. Какая свинина? Филадельфия, рыба. Да, рыба. Филадельфия. Рыба. Ну, чтоб Филадельфия ролл мне нужен. С трех сторон лосось я добавила. Лосось, да. Мне 12 их нужно. То есть две порции таких больших. Хорошо. Ты заебал, блядь, я тебе сказал, хватит пиздеть, денег и так дома нет. Ты чёлки-палки, что ж такое? Вы простите, пожалуйста, вы перезвоните позднее. Всего доброго. Извините. Алло. Алло.